Дорогие наши зрители, сегодня или сейчас, да, чудесное лето, чудесное время года, которое мы очень любим. И мы, как правило, стараемся летом находиться у себя дома, в своем маленьком раю, в городе Москва. Мы очень любим свой дом, у нас много-много здесь цветов. Ну, мне кажется, даже раньше больше было, да? Да. Мы практически в последнее время ничего особенного не покупаем уже. Это клематис мой, климат, это пионы. Да, любимые наши пионы. Алла очень любит пионы и очень любит клематис. А вот это мои любимые цветы. Называются они ромашки. Я их просто обожаю. И у нас целое поле. Целое поле, да. Маленькое поле у нас этих ромашек. И мы, когда косим газон, то стараемся их не трогать. И они каждый год у нас сами по себе размножаются, как в полевых условиях. Я просто их обожаю. Мне, знаете, что хочется иногда? Ну, конечно, жалко ромашки, но мне хочется так разбежаться и как плюхнуться. Не разрешу. Алла мне не разрешает. Вот у нас немножко смородины, немножко кружовника. В этом году абсолютно нет яблок. В прошлом году мы не знали, куда их вообще девать, эти яблоки. Они у нас сыпались, засыпали всю землю. Я люблю антоновку. У нас настоящая антоновка. Настоящая антоновка. Деревья, правда, болеют вот в последнее время. Вообще почва не очень хорошая. Все же мы находимся в самой Москве. И почва здесь не ахти, а это сливы. Сливы что-то там вроде как собираются быть. У нас раньше, а этот виноград, настоящий виноград, когда он поспеет. Сорт Изабелла. Изабелла, да, мы вам покажем. То есть настоящий виноград, ну не очень много, но ведро, два мы так собираем. Если осень будет хорошая, да, если осень будет хорошая, покажем. Да. Вот. И я что хотел сказать, что у нас раньше было порядка 50 кустов роз. Но каждый год, вот Алла, кошка спешит куда-то, каждый год, каждую зиму они у нас погибали, превращались в шиповник. Ну, поэтому мы практически, да, мы с ними завязали, практически их не осталось. Вот, Алла, кошка, знаете, куда спешит? А мы сейчас увидим, куда она спешит. Бежала с тряпкой, с ведром мыть кастрюлю. Кастрюлю, большую-большую кастрюлю. Какую кастрюлю? Ха-ха, смотрите. Алла, кошка, что вы там делаете? Как черентана бы еще, бы у меня такое было, все тут это. Не, это где я тебе столько винограда возьму? Да. Что вы там делаете? Моете вот кастрюлю? Мою твой долгоиграющий подарок. Сейчас расскажу, как это было. Все знают. Ну-ка. Однажды Володя привозит меня на наш вот этот уголок райский. У нас тогда еще дома не было, баня у нас стояла без окон, можно сказать, без дверей. И вдруг говорит мне, я хочу тебе сделать подарок. Я говорю, и спрашивает меня, какой подарок? Долгоиграющий или быстроиграющий? Ну, как вы, женщина, думаете? Конечно, долгоиграющий. Вот я и выбрала. И вот приезжаю как-то сюда, на участок, и стоит, ничего нет, и деревьев не было, стоит только вот этот бассейн. И такая же, я помню, была жара. Это было 19 лет назад. Вот 19 лет назад. Ну? Подожди. Алла, я тебя обманул? Нет, долгоиграющий. Ну, долгоиграющий. Подарок? Но мыть его, это подарок? Ужас. Подарок. Ну? Не, ну я не виноват. Подожди, я не виноват, что природа-мать пачкает наш бассейн. Да, ну когда все уже вымоешь и наполнится вода, то, конечно, хорошо. В такую жару, как сейчас в Москве стоит 30 градусов, это, конечно, бесподобно. Можно купаться. А мы тут дадим, под фильмом дадим ссылочку, как мы купаемся. Да? А сейчас, да, я опять приступаю. Ну, а что делать, Алла? Ну, извини, но это кастрюля, согласись. Да, это домашняя, ну, большая кастрюля, да. Это домашняя утварь. Ну, не полезу же я, мужик, как говорится, мыть большую кастрюлю, правильно? Да, конечно. Добрый день, наши дорогие зрители. Вот здесь вот у моей головы, вот посмотрите внимательно, здесь есть счетчик такой. Видите, циферки? Вот, осталось буквально несколько человек, которые подпишутся, и нас с вами станет 12 тысяч. Очень красивая, кстати, цифра 12. Да, 12 тысяч, красиво. Вообще на Руси
12, а что на Руси 12? 12 сколько богатырей 12 было? 12 апостолов. 12 апостолов. А богатырей сколько было? 30 было, да? Нет, 33. 33 богатыря. Ну, у нас 33 тысячи тоже скоро будет. А что еще 12? Подожди. А 12 месяцев? Да, 12 месяцев. То есть цифра 12 очень красивая. Мы безумно рады, что нас 12 тысяч. Конечно же, хочется, чтобы нас было больше. Но, тем не менее, мы уже счастливы, что нас 12 Поэтому тысяч. Мы вас сегодня приглашаем на чаепитие. И посвященное 12 тысяч. Вы знаете, мы пропустили, и один очень наблюдательный зритель заметил, что пропустили такую цифру 3 миллиона подписчиков. Буквально вот там 5 дней назад, наверное, состоялась эта цифра. 3 миллиона не я сказал подписчиков, 3 миллиона просмотров. Просмотров, да. 3 миллиона просмотров моего канала. Много это или мало? Ну, для нас это много. Нет, честно скажу, что не мало. Да, вот, мне честно, кажется, очень много. Я объясню сейчас, почему. Потому что, не потому что 3 миллиона цифра маленькая, а потому что до того, как я увлекся съемкой видео, я несколько лет фотографировал. И был такой ресурс, я думаю, что многие из вас, кто живет особенно в России, слышали про этот ресурс, Яндекс.Фотки. Я фотографировал, выставлял фотографии наших путешествий. То есть я тогда еще не снимал видео, а просто выставлял фотографии наших путешествий. И под каждой фотографией писал небольшие рассказики, что это снято, где мы находимся. Ну и такие свои впечатления. То есть, ну, то, что умел, то и делал. Так вот, у меня на Яндекс.Фотки, а этот ресурс года 3 назад, наверное, да, примерно, точно не знаю, но не суть важно. Он умер, этот ресурс, и все куда-то в фотографии, все у меня пропало, все исчезло. Так вот, в тот момент, когда этот ресурс умер, когда он исчез с просторов интернета, к сожалению, у меня было 22 миллиона просмотров. 22 миллиона. То есть нам есть куда стремиться, да. Ну, сейчас у людей так мало. Так, внимание. 12? Все, 12. Ура! Принимаем ваши поздравления, наши дорогие зрители. Так, и что, значит, вот я подготовил списочек. Нам на первом фильме, это у нас сегодня тет-а-тет, так называемый, да, фильм, серия тет-а-тет, я это решил так назвать. Ну, все это знают эту фразу. В переводе с французского она обозначает, по-моему, лицо к лицу или голова к голове. Да, то есть разговор. В данной ситуации, да, мы с вами, наши дорогие зрители, ну, тет-а-тет, да, мы общаемся лицом к лицу. Если у вас есть предложение, как назвать этот плейлист, этот альбом по-другому, общение со зрителем. Ну, ваше предложение, да, мы рассмотрим, да, мы предлагаете, и я с удовольствием приму то, что нам очень понравится. Так вот, да, то, что когда мы вышел первый наш фильм «Общение с вами», там появились уже вопросы. И люди, во-первых, люди благодарили, да, что мы сделали такую форму, которую мы вообще никогда не планировали. Мы очень боялись. И сейчас, вот я говорю, думаю, почему? Мы очень волнуемся. Я вообще жуткий болтун. А вот сейчас я сижу перед камерой, да, представляю, что 12 тысяч человек смотрят. А у них нет времени. Я забываю наши слова. Да нет, это все равно будет долго. Сразу предупреждаем, у кого нет времени, выключите или прокрутите в конец-то. Давай сразу вопросы. Вопросы. Итак, вопросы. Люди спрашивают, как мы познакомились? Когда это было, как познакомились? Ну, вообще, такие интимные вопросы задаете. Ну, давай попробуем рассказать. Ну, по крайней мере, я думаю, некоторые аспекты можем рассказать. Давай. Да. Я расскажу свою версию, а если моя версия тебе не понравится, ты добавишь. Договорились? Ну, давай. Да, ну, только ты давай укорачивай. Да, я укорачиваю. Да. А если ты начнешь, то это будет в 10 раз дольше. Значит, это было очень давно, лет 40 назад примерно, где-то так. Вот. Я гулял по Москве. Я был тогда молодой, симпатичный, не то, что сейчас, да. Вот гулял по Москве, гулял я с цветами в руках. А почему с цветами? Потому что мне было очень скучно, у меня не было девушки. Вот, и я... А мне хотелось иметь девушку. Ну, как нормальный парень, 25 лет. Ну да, да, это не как сейчас. Да, это не как сейчас. Что я сделал? Я совершил абсолютно даже нелогичный для себя поступок. Я подошел, сколько там денег у меня было, я купил розы.
такие были, как этот цвет называется, коралловые, да? Да. Коралловые розы купил. Не помню сколько, ну, например, штук 9 роз. Сколько у меня денег хватило в те времена. Вот, купил эти розы. И знаете, что я начал делать? Я, это был центр Москвы, не будем говорить конкретно, но это прям вот очень центр. Даже Кремль, видать, было. Вот. И я стал дарить девушкам, которые мне чем-то нравились, проходящим, да? Да. Ты все знаешь, да. Я начал дарить розочки. То есть идет девушка. Особенно я выбирал, вы знаете, какой-то склад характера. Я выбирал грустных девушек. А вот идет грустная девушка, думает о чем-то, озабоченная, смотрит под ноги, там спотыкается, а я раз ей дорогу переграждал, она бах останавливалась, глаза поднимает, а я ей раз розочку. Девушка, это вам. Она мне? Почему? Ну, чтобы вы улыбнулись. Но потом ты зашел в один магазин, и там была очень такая грустная. У меня осталась грустная, одна. Да. У меня осталась одна. Одна. Осталась одна розочка. Да. Я зашел в магазин, там хотел купить какую-то книжку Чингис Айтматова или Лев Толстой, уже не помню, да. Ну да, можно сказать так. И захожу, а там стоит девушка, вся такая загорела. А по тем временам это такая редкость была в Москве. Это сейчас все девушки загорелые, и всякие вот эти станки существуют и так далее. А я захожу, она такая загорелая, такая красивая, в такой маечке, белая с синим, да? Полосочку, да. С таким бело-синим, да, полосочку. Алла, кстати, до сих пор ее носит, и иногда и в некоторых фильмах можно это увидеть. Да. Представляете, нет, какое качество было продукции. Продукции, да. И я увидел, да, она была не грустная. Ну, я не обязательно всем грустным девушкам. Всем грустным девушкам Москвы я не мог подарить розочки. У меня не было столько розочек. Хотя я бы с удовольствием подарил. Вот, и я ей подарил розочку. Ну, с этого у нас началось знакомство. Да. Потом я подошел, спросил, как ее зовут, у коллег. У коллег. Не у меня, не у меня. Она сопротивлялась. Она говорит, я не скажу, что я не знаком мужчине. Я говорю, давайте познакомимся. Она говорит, не буду. Вот, в результате все же я ее разговорил. Часа 3-4 постоял возле нее, разговорил ее. Она сдалась, дала свой номер телефона, не мобильного. Тогда не было мобильных. Дала домашний. Это, представляете, какой был самоотверженный поступок с точки зрения порядочной московской девушки. Да. Вот, и начали общались. Да не, мы всю ночь, в этот же день, мы всю ночь разговаривали, по-моему, до 5 утра. Ну, в общем, поняли, что мы как-то близки. Хотя... по многим... Мы рассказывали о путешествиях, и мы поняли, что, в общем-то, я уже много путешествовал по стране, а тогда не было заграничных путешествий. А Алла много путешествовал. Мы поняли, что мы дышим одним воздухом. Вот. И дальше самое смешное, самое интересное, то, что я рассказываю, никто не верит, но это абсолютная правда. После этого случая мы виделись, как мы говорим, тет-а-тет, да, вот так вот в глаза, раз, 5-6. И после этого? На 7-й раз? Поженились. Пошли вот в ЗАГС и подали заявление. Да. Вот так. Такой вот. Дальше не будем рассказывать. Дальше подробности уже это другая передача будет. Так. Когда начали путешествовать, сколько посетили городов и стран? Ну, вот как сразу мы познакомились и сразу подожди, стали для путешествовать. Начала, подожди, для начала скажем, что мы путешествовали еще, когда не познакомились. Да. Сразу же поехали. Нет, когда не познакомились друг с другом. То есть Алла путешествовала, у нее свой был круг путешествий, да, у меня свой путешествие. Друзей, да. Да. И мы когда познакомились, мы сразу начали путешествовать. И даже более того, есть такой смешной факт, да, когда Алла решила меня проверить. И когда я говорю, ну, давай, мол, уже начал намекать, что, мол, давай перейдем к более серьезным отношениям, это где-то там на третью встречу или на четвертую. Да, а я сказала Алла тогда. Алла сказала, да, от города, так, голову сделала город. Да. А был ли ты в Таллине? Да. Или в Риге. Был ты в Риге? В Риге, да. Я говорю. А по тем временам это было ого-го. Это была практически Европа. Она все время туда стремилась, да. Я говорю, к сожалению, нет. Я был, не знаю, в Туркмении, я был там. А вот в Риге не был. Она говорит, а что с тобой разговаривать? Да, о чем с тобой говорить? Нет, я говорю, не скучно ли нам будет? Да, не скучно. Я говорю, надо подумать. Да, ну, и короче... А Вова говорит, а что нужно делать? Она я говорит, говорю, ну съездить. Ты хотя бы съезди туда. На следующий день я ей звоню с железнодорожного вокзала, говорю, я выезжаю, не хочешь ли составить мне компанию? Она говорит, я девушка порядочная, компанию составлять не буду. И я тут же поехал путешествовать. Я проехал Вильнюс, Рига, Таллин и еще несколько мелких городов, чем доказал ей, что я ее, как говорится, ее человек. Да. Ну, так, на всякий случай. Да. Итак, когда начали путешествовать, ну, сразу. Да, еще до этого даже. Да. Сколько городов и стран? Значит, я пытался посчитать страны.
если учитывать бывшие республики СССР, да, они же сейчас отдельные страны, да, то есть там, не знаю, Киргизия, Украина, Белоруссия, вот, то я насчитал примерно 65 стран. Ну, я не считала, я просто... Она не считала, да, я считал, мне было интересно. Города. Это очень сложный вопрос, но я вам скажу, есть такая программа в интернете. Там забиваешь город, и на карте ставится точка. Забиваешь, я не помню, как она называется, может быть, вы знаете. Забиваешь, и ставится точка. Забиваешь, ставится точка. Мне было очень интересно. Я просто сидел как-то и забивал точки, и на карте мира появлялись точки, те города, в которых я был. И когда городов стало примерно тысяча, программа заклинила. Она просто серьезно заклинила. И серьезно, я после этого я ставлю новый город, а программа точки не появляется. Ставлю, не появляется. А еще много было городов. Они появляются. Ставлю, не появляется. То есть, исходя из этого, я предполагаю, что, ну, наверное, не менее 1500 городов, в которых мы побывали. Зато у нас висит дома карта мира. Ну, там и на этой карте мира мы кнопочкой отмечаем страны. Города находятся страны. Рядом они ставят, кнопочки. Да. Ну, в общем, короче, стенку всю истыкали. Я получил. Ну, хорошо, нагоняй. У нас деревянная, да, деревянная. Да, ну, ладно. Так, как намечаем, составляем маршрут? Я начну, а Алла продолжит. Как намечаем, составляем маршрут? Знаете, по-разному. Главное, должен произойти маленький взрыв в мозгу. Как этот взрыв в мозгу происходит? Красивая фотография, красивое видео. Где-то кто-то, друзья, сказали, а вы бы там были? Да? Ну да. Ну вот как у нас, например, с Чеквитери в Италии, ну, да? Не, мы да, были не... на Мальфальтийском, ну, вот этом нет, побережье. Это долго, ну да, будет, потом нам женщина сказала, почему вы там не были? Возникает взрыв, и сразу появляется желание. Красивая фотография. Хотим. Дальше все очень просто. Я говорю, Алла, я ее назначил штурманом, я как глава семьи, имею право назначать должности. Ну, да. Должности, да. Алла у нас не только вкусно готовит борщи, но еще и штурман. Дальше говорю, Алла, приступай. Алла намечает маршрут. Как она намечает? Она сидит, ну, дальше рассказывает, только да, коротко. Да, я сижу в интернете, начинаю читать отзывы о том месте, куда мы должны поехать. Смотрю картинки, отзывы, кстати, сейчас очень много в интернете, очень есть интересные. Смотришь ли ты видео? Зрители спрашивают. Да, видео тоже. Меня спрашивают, смотрим ли мы чужие видео. Вова не смотрит, а я смотрю. Категорически, я смотрю, мне нужно за что-то глаз, чтобы мой зацепился, что там есть что-то интересное, и тогда мы, конечно, туда едем. Но мест, скажем, очень просто много в мире, за что у нас, куда можно поехать. Да, но мы еще смотрим, есть ли туда дешевые билеты. Вот еще мы это потом, танцуем, да, еще от своих финансов. У нас, как правило, всегда 3-4-5 пунктов, куда мы хотим. То есть у нас не один пункт, у нас несколько. Да. А потом уже вот таким следующим таким маленьким взрывом, который нас подталкивает, вдруг ловим, например, недорогие билеты, туда, да? Билеты. Или какой-то там вдруг праздник, какое-то событие происходит. Ну, должно еще какой-то толчок, потому что вот у нас одновременно, например, сейчас 5 пунктов, куда мы хотим поехать, вот прямо сейчас. Ну, да. Поедем мы только не в 5, а в 1. Соответственно, почему мы поедем в 1? Потому что вот или дешевый билет, или там какой-то праздник, фестиваль. В общем, что-то должно еще нас заинтересовать. Дальше что? Она мне выдает списочек, такой дает мне списочек, так, Володь, значит, мы едем, ну, к примеру, в Италию, регион, ну, к примеру, Апулия, да, вот последний фильм. Я хочу посмотреть то. Да, и я там... А я говорю, а сколько у тебя дней? Да, она говорит, у меня, например, 5 дней. И все, а городов 20. Да, я говорю, пупу. Я говорю, вычеркивай. Да. У нас... Слезы капают, вычеркивает там, ну, вот, 3-4 города, да. Вычеркивает. Вот это. Я беру карту, вздыхаю, иду рисовать маршрут. То есть я делаю... Стараемся рисовать некий круг. Ну, не прям круг, а вот так, чтобы мы вот двигались и не возвращались. Двигались. Да. Некоторые путешествуют, есть такой, я его называю солнышком. То есть они находятся в какой-то точке, и из этой точки туды-туды. Ну, у нас тоже такое было раньше. Было, но мы поняли, потом... что это неэффективно. Это дорого. Да. Мы же стараемся как-то бюджетно путешествовать. То есть ты едешь 100 километров туда, потом обратно, опять обратно 100 бензин, километров. Это расходы и так далее. И время. Да, а мы... стараемся путешествовать как-то последовательно. Замыкаем круг. Ну, например, по часовой стрелочке. И в самых интересных городах стараемся ночевать. Для того, чтобы Володя как бы походил вечером ночью, сделал ночные утром. Съемки. Потому что ночные съемки бывают даже лучше, чем примерно так. Если дневные. Еще какие-то будут вопросы, спрашивайте вот по маршруту.
Как мы собираем чемодан? Это вообще смешно. Значит, примерно за неделю до время чека, до время отлета на самолете, я ставлю чемодан к стенке, открываю его и говорю: «Ал!» А я туда все складываю. И говорю: «Я вот это платье возьму, я вот эти туфельки возьму, я еще что-нибудь». Потом подходит. Она меня спрашивает: «Володь, тебе что?» Я говорю: «Две майки», я говорю, «и запасные трусы». Да. Она говорит: «А, не надо». Я говорю: «Вот все, мне хватит». Она все это складывает. Да. Потом говорит: «Володя, я не могу чемодан закрыть, иди закрой». Ну и Володя, я говорю: «Ладно, оттуда ты все разбрасывает». «Езжай на работу», говорю, «я все сделаю». Она приезжает с работы, все уже сделано, да. Чемодан закрыт. Что я делаю? Я подхожу, свои вещи. Так, две майки бросил, свои вещи раз, обратно на полку. Алины вещи. Тут я, конечно, все же, как мужчина, как рыцарь, как говорится, как джентльмен. Да все равно, ты выбрасываешь половина, мои, и туфельки выбрасываешь. Половина. Некогда нам даже переодеваться, на самом деле, бывает так, вот, как, знаете, например, по Апулии. Мы ездили настолько темп большой, что все путешествия нам даже переодеться-то некогда. Все путешествия показали, что 80% вещей абсолютно не нужны. Даже мы берем мало и все равно не нужны. Нам просто некогда их все одевать и собирать. И примерять. Так, как я стал видеооператором? Коротко. Много лет... Моя заслуга тоже здесь есть. Конечно, есть. Много лет я фотографировал. Ну, для семьи. Просто вот был фотоаппарат. Еще папа у меня был ФЭД фотоаппарат. Потом Зенит. Ну, все, кто в нашем возрасте, знает эти фотоаппараты. Это, конечно, пленочные фотоаппараты. Сидел в ванне, это в химии, вонючий, все это делал в ванночках. Это было. Потом глянцевали еще. Да, да. Потом был долгий период тяжелой жизни, ну, для всех. Распад СССР и так далее. Ну, в общем, тяжелая была жизнь, когда лет 20 я вообще фотоаппарат в руки не брал. Потом пришла эпоха цифровой фотографии. Я купил сначала такой маленький фотоаппаратик. Мне очень понравилось, что... А, и интернет появился как раз. Цифровая фотография и интернет. И когда я увидел, что можно сфотографировать какую-то красоту, вот, например, эти цветы, и через там минуту-две выставить в интернет, и люди смотрят эту фотографию, я понял, что это революция. Это здорово, это интересно, это потрясающе. Ты можешь практически онлайн передавать свои ощущения. А у меня очень сильное ощущение красоты и прекрасного. И мне всегда хотелось поделиться с людьми вот этим красивым. Потому что люди идут, они уткнутся головой и бегут, 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 бегут. А вокруг столько красивого. И мне так хочется, чтобы люди остановились хотя бы на моих фотографиях. Посмотрели и сказали: «Господи, как прекрасен наш мир». Когда я ушел на пенсию, стало и скучно, и денег мало. Я начал попытки заработать в детские садики, школы. И вот прихожу в детский садик, а мне говорят: «А вы кроме фотографии можете видео сделать?» Я говорю: «Ну, не могу, у меня нет видеокамеры». «Ой, как жалко, вот нам бы видео». Второй садик, третий. Я говорю: «Алла, слушай, ну, денежка уходит, можно заработать». Ну да, и мы взяли в кредит, купили видеокамеру. Вот эту видеокамеру, на которой сейчас я снимаю. Это было 4 года с небольшим назад. Это был примерно март или апрель 2015 года, да, это ровно 4 года назад. Вот, я начал учиться монтировать, но до этого я уже немножко снимал. Вот то, что Алла говорит, ее заслуга. Да, ее заслуга, потому что когда мы путешествовали, у меня был профессиональный фотоаппарат, и у него есть функция видеозаписи. И Алла мне говорит: «Ну хотя бы немножко, маленький сюжет, сними для нас, для семьи. Я говорю: «Алла, зачем? Вот зачем? Я его снимаю, это видеосюжет, а что я могу? Я не могу с ним сделать. Тут кусочек там 10 секунд, водопад, поезд идет, да, там цветочки шатаются на ветру, там красиво. А что дальше? Что я могу с этим? Да. Я не знал, что делать. Я снимал, знаете, нехотя, так, спустя рукава снимал для того, чтобы, ну ладно, чтобы Алла успокоилась. И вот этих сюжетиков, кстати, у меня очень много. И вот вопрос к вам, дорогие мои зрители: стоит ли попробовать, да, для начала, смонтировать какой-нибудь фильм из какого-нибудь нашего путешествия, там, 6-7 лет назад? Например, вот, очень красивая у нас была Норвегия. Норвегия, да, потрясающее путешествие. Там очень красивые фотографии. И очень красивый еще маршрут был тобой составлен. Маршрут красивый, да. Несколько есть таких видеосюжетиков есть. То есть я могу их, в принципе, как-то попытаться смонтировать. Может быть, добавить фотографии, добавить свой рассказ, нарисовать маршрут.
Вдруг вам это будет интересно. Напишите. Мне любопытно, может быть, когда у меня возникнет такая пауза. Когда... Потому что ближайшее наше окружение иногда нам говорит, а пришлите этот ваш маршрут, просто мы хотим, например, по Норвегии. Мы сами его не помним. Вот, и последний вопрос, которым я хочу завершить сегодняшнюю нашу встречу номер два. Уже несколько человек нам написали под нашими фильмами, ну, такие примерно фразы. Там, дорогие зрители, а давайте там соберем, скинемся денежку и проспонсируем Владимира Кота и Лукошко, чтобы они совершили путешествие там в Мексику, например, в Перу или... Или куда я хочу. В Японию я очень хочу. Ну, не хватает, не получается. Мы думали долго об этом. Знаете, вот не хочется. Я не представляю, как человек там свои там 100 рублей, 200 рублей будут мне перечислять. Не знаю, я не считаю, что мы плохо живем. Мы живем хорошо. Ну да, да. Да, ну не хватает у нас на Японию, да. Но многим не хватает на многим больше. Многим не хватает на хлеб. Да. Поэтому мы думаем, что если спонсоры какие-то появятся у нас, может быть, то это какие-нибудь... За работу. То есть, да, например, какая-нибудь крупная турфирма захочет иметь фильм о каком-то туре красивом, о каком-то путешествии в ту же Японию, да. Мы съездим по этому туру, который начинают рекламировать, да, и сделаем замечательный фильм о том, как эта фирма организует вот это вот путешествие. Ну вот, например, первый мы вариант. Думаем еще о Победе, да. Которая разрабатывает новые маршруты, а у них дешевые, дешевые билеты. Вот, может быть, вот они как-то заинтересуются. Может быть, им будет. Не обязательно Победа, да. Сейчас много других авиакомпаний. И знаете, что я хочу сказать? То есть вот эти вот 100-200 ваших рублей, я, конечно, буду безумно благодарен, но еще раз говорю, не надо. Вот. Но другой вариант есть. Может быть, вы можете предложить работу мне. Уже есть несколько таких случаев, когда мои зрители, подписчики звонили мне и предлагали: Владимир, а не желаете ли вы снять день рождения, какой-то семейный праздник? Вы понимаете, у меня же есть руки, я сильный, у меня есть способности, я могу делать и фотографии, и видеофильмы, и клипы, и могу сделать фотокнигу, и журнал красивый вам, фотожурнал, и так далее. Все могу сделать. То есть у меня есть силы, если вы живете где-то недалеко от Москвы, то вы можете просто меня пригласить. У некоторых дети или внуки в детском садике. Можно я тебя перебью? В школе, да. У нас уже были даже такие случаи, что нас приглашали даже в другие города. У нас уже были такие случаи. Были, вот, да. Например, Ростов-на-Дону. Нам город не надо называть. Да, но просто вот пригласил. Мы ему очень благодарны. Мы очень ему благодарны. Он нас пригласил на 2 дня. Чудеснейшая. Мы сделали небольшую ему работу, которую он просил. Но он нам организовал поездку. Мы за 2 дня столько увидели, мы в жизни бы столько не увидели. Я от Ростова-на-Дону просто такой красоты не ожидала. Ребята, вы в хорошем месте живете. Да. Потрясающее предложение. Мы очень благодарны этому человеку. Ведь можно так же сделать и в какой-то другой потом город. Потом еще нас куда-то мы можем уже приехать приглашали. В какой-то город ваш, если вдруг вы, например, работаете в администрации этого города. Приехать в ваш город и сделать замечательный фильм о вашем городе. Почему бы нет? А можно и о заводе, и какой-то фабрике. Ну, в общем, не денежку надо собирать, а дайте работу. Как говорят китайцы, да, можно дать человеку рыбу, да, он ее съел, он ее съел, и завтра опять голодный. А можно человеку дать удочку, научить рыбачить, и он будет постоянно сыт. А я буду постоянно путешествовать и делать новые замечательные фильмы для вас, наши дорогие зрители. Да все хорошо. Замечательно. Да все хорошо. Значит, вот смотрите, уже 12 005. Представляете, пока мы говорили, 5 человек подписалось. Спасибо вам, наши дорогие зрители. А у нас, видите, лето. У нас лето. Мы вот про это еще Мы не будем, давайте пионы, ромашки. У нас, надеюсь, еще будет. Конечно, будут еще такие встречи. Задавайте вопросы. Задавайте вопросы, спрашивайте. Мы с удовольствием ответим. Ну, практически, думаю, на любые вопросы, если мы будем в состоянии. Спасибо вам, наши дорогие зрители. До свидания. Хорошего вам дня. Пока. Пока-пока. До новых встреч, короче говоря. До новых встреч.